Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «Метет февральская метель». Музыка исполнения Самуила Фомовича из цикла «Ожившая поэзия». Вновь метель дорогу замела, и моей строке к вам не пробиться. Если б знали, как я вас ждала, чтобы нам вдвоем уединиться. И тогда, тогда глаза в глаза мы расскажем о себе друг другу и поймем, в разлуке нам нельзя, и нельзя ходить, мечта по кругу. И тогда, тогда глаза в глаза мы расскажем о себе друг другу и поймем, в разлуке нам нельзя, и нельзя ходить мечта по кругу. Пусть метель метет, пусть рвет пурга, мы в объятиях рук счастливых вместе. Будет встреча слишком дорога, ах, какие сладостные вести. А пока метель, пока зима, как-нибудь дождемся нашей встречи. Я еле с ней одна, и мои простые речи. А пока метель, пока зима, как-нибудь дождемся нашей встречи. Я еле с ней одна, и мои пространственные речи. Вновь метель дорогу завела, и моей строке к вам не пробиться. Если б знали, как я вас ждала, чтобы нам вдвоем
соединиться. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт». Метет февральская метель. Простите за простуженный голос. Стихи Вероны Шумиловой. Музыка исполнения Самуила Фрумовича.